Я рада, что продукция меня избавила от остеохондроза и боли артритных, это понятно, но все равно было ощущение мерзнут ноги. На Левлоне ушло за 2-3 дня. Потрясающе. На Левлоне уходит пигментация очень хорошо, очень быстро. Потрясающая энергия, потому что за более короткий период времени высыпаешься гораздо сильнее. И, по-моему, есть стрессоустойчивость, тоже замечена стрессоустойчивость гораздо сильнее, чем кожа на Евгении. Я хочу поделиться результатом по Левлону. Использую с середины октября. Что отмечаю? Да, действительно, очень много энергии. То есть до вечера это такая гармоничная энергия, она свойственна человеческой природе. То есть какая-то невероятная, когда ты бегаешь, как угорелый, у тебя там сердце колотится. Нет, она абсолютно естественная, природная. Ты успеваешь все сделать, ясный ум, голова соображает очень хорошо. Вот. И чувствуется во всем теле сила. Такая хорошая для жизни, мне это очень нравится. Ну, я Полякова Людмила, я, конечно, замечаю активность действительно с утра до вечера и совершенно не устаешь. Но я летом, ну, как бы целенаправленно похудела. И у меня где-то месяц очень сильно, понимаете, в таком возрасте начинается мышцы увядают, будем говорить. Mm-hmm. Так вот, представляете, в общем-то, все возвратилось. Вот так, господа. Принимаем 3 недели, я, дочка и мой друг. Всего-навсего 3 недели? Да, 3 недели. Вы новенькая? Левлон. Левлон. А, вы на Левлон. Я по Левлону. Ну, полностью присоединяюсь к Евгении. Очень много энергии, ясность ума. Высыпаешься, принимаешь Левлон с улыбкой до конца вечера. Усталости нет, но я человек метеозависимый, у меня была проблема. Разницы не чувствую. Менялась подруга, менялась, то есть от меня тоже. У моего друга сахарный диабет, 3 недели принимал. До этого сдавал сахар 11, недавно сдал сахар 5,9. Великолепно. Мне 47 лет, кушаю Левлон месяц. Самый яркий результат какой? То есть скорость передвижения. Вот на переходе, когда идешь, очень быстро получается, никакой одышки. И идешь, ну, вроде как молодежь быстро ходит, да, а мы как-то уже люди не сильно молодого возраста, но энергии много. Но самый яркий результат какой? В плане кожи регенерации меня поцарапала кошка, и кошачьи царапины, они всегда заживают очень долго. Тут буквально 2-3 дня, я просто так посмотрела, думаю, ну надо же, то есть вот эта цивилизация произошла очень быстро. Вот это вот очень мне понравилось, то есть на кожу действует очень хорошо. Спасибо.